Не знаете, какой цвет самый безопасный для автомобиля? Фатальная ошибка. Страховые компании по статистике считают самым безопасным белый цвет. А в путешествиях самый безопасный цвет – Валенсия Оранж. 35-е колеса хорошо себя зарекомендовали на бездорожье при сниженном давлении. Для того, чтобы быстро вернуть давление обратно, под капотом установлен компрессор и предпусковой подогреватель. Дизельный 3-литровый двигатель мощностью 190 лошадиных сил. Установка 35-х покрышек требует увеличения колесных арок и замены подвески, что и сделано на этом автомобиле. Установлены дуги, расширители, пороги, дефлектора и шноркель. Установлен пластиковый вкладыш кузова и роликовая крышка. Сделана защита лакокрасочного покрытия бронепленкой и шумоизоляция кабины. В салоне подстаканник, нижний бардачок, средний бардачок, верхний бардачок, мультимедиа с DVD-проигрывателем и подлокотник. Пробег автомобиля 21 километр, установлен калибратор спидометра и на привычном месте управление Вибаста и компрессором. Понравился данный автомобиль? Звоните в Arctic Truck. Хейтеры, люблю вас!